Девочки, здравствуйте. Нужно чем раньше, тем лучше прийти, то есть много подготовительных работ, как раскроить, как разложить вещи, занять машинку, заправить машинку, подготовить, то есть все рабочие места и для ручных, и для машинных работ. Вдохновение вообще у меня всегда, то есть я никогда сильно так уж не забываю об этом, но, допустим, оно приходит чаще всего, когда я слушаю хорошую музыку. Мамуля меня всегда одевала оригинально, всегда, она всегда любила всякие кофты на мне, джинсы, брюки какие-нибудь там. Всегда она в детстве мне прививала, что я должен как-то отличаться. Многие там поначалу, там, допустим, знакомые, друзья нет, друзья все поддерживают, абсолютно все вообще рады и так далее. И были знакомые, как бы, ребята, которые там ха-ха смеются. Ну, что это такое, типа, парень шьет. Есть даже девчонки такие знакомые, ха-ха, это смешно. Фартук я делал на практике. Да, это у нас сделалось, одна, ну, давалось нам 3 дня, чтобы сделать фартук. То есть сделать размер хоть на кого. Все так. Оп. Здесь подтянул. Ну, я ношу свои вещи. Куртки там, допустим, я ношу свои. Это в первую очередь иду в Сибирь. Я очень вообще обезумен Сибирью. Особенно Красноярском, Красноярским краем. А вот это замануха, с какой целью? Это как бы хочется создавать такие вещи, которые, ну, удобный будет. Это сделано лишь для того, чтобы вход в карман был свободен. То есть сзади у тебя удлинено, спереди укорочено. То есть когда ты одеваешь, сзади у тебя ниже, и ты можешь спокойно залезть в карман. Показать сам вид дизайна, что я умею в голове комбинировать, да, и выношу это на поверхность. Я вижу, как может создаваться дизайн по выбору ткани. Не только как в голове он прорисовывается, а именно когда ты покупаешь ткань, ты от нее тоже отталкиваешься. Больше всего меня раздражает, когда люди не умеют одевать, сочетать одежду. То есть, одевая брюки, они одевают сверху пуховик. Но ты уже не маленький ребенок, тебе не мама наряжает, ты одет сверху пальто. У тебя уже сложный крой идет вот здесь, то есть у тебя уже здесь уже сделана деталь так. То есть, если натянули бы вот так, то есть ты присаживаешься, и у тебя вот это вот пододвигается. Вот, это уже круто. Мне нравится, что она всегда сложный крой. Да. Рубашки тем более мне нравятся, как ты заметил. Я всегда хожу тоже в рубашках. Считаю, это вообще самое классное, что можно было создать человеку. Классическая рубашка. Все, можно воротник вот так, допустим, делать рубашки. Строгий. Особенно выкрашенная. Ну, это деловой стиль. Нет, это не деловой стиль. Это обычный стиль человека, который не хочет замерзнуть зимой.